саженцы гортензии черешковой за пару-тройку лет превратятся в роскошную лиану. Ароматные цветы распускаются в начале лета, первое цветение начинается спустя 4 года после посадки. Интенсивность окраски зависит от типа почвы, самые яркие цветы появляются на растениях, высаженных в кислый субстрат. Правила ухода за лианой крупномером просты. Частое удобрение позволит кустарнику расти быстрее. Ежегодная обрезка сделает цветение более пышным. Сохранить растение в зимний период поможет мульчирование. Эта гортензия станет прекрасным элементом вертикального озеленения, подойдет для оформления водоемов. Гортензия черешковая – это кустарники высотой 300 см, диаметром 200 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь. Аромат у цветов слабый. Окраска цветка белая. Лист растения по форме широко яйцевидный. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.